Друзья, всем привет из Алании. Сейчас я вам расскажу цены. Привет, бородатый. Цены за август месяц, за электричество, сколько я заплатил. Привет, бородатый. Привет всем, кто был, может быть, Месут Фэмили Хот, он вот перед вами. Бородатик оттуда. Итак, август месяц. Счет у меня 1 плюс 1 квартира. 103 лиры. Для тех, кто удивлен, почему так мало, кондишеном я не пользуюсь. Это, по сути, холодильник, лампочки, компьютер и, ну, готовка еды там раз в пару дней на электропечке и подогрев еды в микроволновке. По сути, в принципе, да, наверное, все, в принципе. Перечислил 103 лиры. Какой счет был в прошлом месяце, в позапрошлом. Оставлю ссылочку на видео. И могу сразу сказать, для тех, кто пользуется кондиционерами, понятно, что август один из самых, не один из самых, а самый жаркий, наверное, месяц в году в Алании. И как раз вчера общался с друзьями с вами, у них двухуровневая квартира. Вот сколько там, или 4, или 5 комнат общей сложности. И они пользовались кондиционерами, но все время, когда им было нужно, без всякой экономии во всех комнатах. Ну, где находились, где нужно было. И у них счет за август месяц 1800 лир. 1800 с кондишенами и 103 лиры без. Чувствуете разницу, как говорится. И с 1 сентября цены на электричество поднялись. Для населения они поднялись на 20% с 1 сентября. Собственно, вся информация. Хотел до вас донести. Привет всем из Алании. Сентябрь у нас какой-то прохладный, не такой, как всегда. Но то как бы глобально не холодно, но на 2-3 градуса ниже, чем должно быть. В частности, вот сейчас иду в тени. И ветер такой освежающий, как в конце октября бывает в это время. 5 часов вечера. Какая будет погода, посмотрим дальше. Ну, возможно... Возможно, что до ноября тепла не будет в этом году. Мы в районе Оба сейчас. Пока всем.